Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Shadow Fight 2. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. И, в общем, друзья, блин, ученик совсем меня уже задрал, офигеть. Смотри, что делает, блин, издевается надо мной уже, над дядькой, ты шо? Ты шо, блин, творишь, а? В общем, ребята, давайте смотреть. Я, наконец-то, 52 уровень, все это максимально, и скоро уже будет Титан. Боже, наконец-то, наконец-то, наконец-то! О, я подфармил, две энергии нету. Я сейчас перед началом ролика подфармил в инкубаторе, и я хочу сейчас купить броню, потому что, если так посмотреть, все на невозможно, да? Давай посмотрим. Все-таки я понял, что надо подфармить. Так, смотрим, ребята, крейсер невозможно, каменный лес невозможно, шикарно просто, вот видишь, я еще и на фабрике побывал, замечательно просто, угу. так, я думаю, надо надеть, пусть, дубинки, огнеметы, я, правда, так ими и не особо дерусь вообще никак, на самом деле невозможно. Вот тут уже безумно, то есть можно попробовать в турнирчик, но я подожду броню. Там хотя бы, наверное, будет сложно. Что еще мне хочется сказать? Друзья, мне написали, что можно пройти здесь турнир и получить, в принципе, кристалл. Но я не знаю, стоит это делать или нет. Так, тут выживание, турнир. Вот видишь, испытания тут есть. Турнир еще, то есть вот это все можно, друзья, пройти, но не знаю, стоит это делать или нет, потому что я... врата теней ждут тебя в бой. О, блин, я помню, что там, там все боссы, дядя, не, спасибо, не стоит, не. Кстати, тут оказывается, ребят, вот сзади моей спины, да, вот эта кнопочка, оказывается, там реклама, и можно кристаллы получать. Мне тоже это написали, прикинь, уже последний уровень, все, последний босс, я только сейчас папуаса об этом узнал. Но мне это не нужно, мы же с тобой договорились без доната проходить. Единственное, здесь все-таки задонатил, сам знаешь, на клан, мы будем обязательно рейды проводить, но чуть-чуть, друзья, попозже, попозже. Поэтому это уже будет, я на Титане вам скажу. Клан покажу, чтобы вы туда вступили. А неактивных, естественно, кикну. Вот как-то так. Итак, друзья, все, сейчас я жду. Давайте ждем. Ждем брони и все. Что ж, друзья, все, мы получили мембранную кирасу. Вот так она вот выглядит она. Давай посмотрим ее в деле. О, сложно, ну блин. Ну ладно, это можно, если что, улучшать. Шлем стоит... давай посмотрим быстренько, сколько шлем стоит. Братишка, пробежимся. Так. Ох, это хороший шлем, но 2 миллиона... А, ну в принципе 2 миллиона это легко получить. Не будем прям до потери сознания бить каких-нибудь шлем уровня 52. Все, я туда же не могу пройти. Ах вы гады, блин. Опа, сейчас будет что-то интересненькое. Фантомыч. Он же... Блин, на М, да, его звали? Или... Ну как его... Ух, ни хрена себе, Фантомыч, ты что-то оружие перепутал? По-моему, человек-угонь, ты шо, блин, дядя? Блин, ну это удар вообще клевый, но единственное... Как-то надо... Вот вверх есть. Да куда ты стреляешь, блин, огонь, дядя? Не-не-не, чуваки... Вот с дубинками самое приятное, конечно, это вот, вот так вот. Блин, на что это похоже? Как, знаешь, девчачьи бои какие-то вот такие. Вот что это вообще такое? Уиу. Видишь, в чем проблема? Уиу. Уиу. Ну вот часто задело, блин. Ты че, блин, гонишь, что ли, дядя? Блин, вот так вот огнем-то вроде как и фигачим. О, норм. Е. Все, красиво, красиво мы это сделали, чувачки. Ну, наконец-то бои пошли. Красивые, хорошие бои, ребята. А не то, что до посинения мы лупим друг друга и все. Дальше сложно. Мы на шлем еще накопим сегодня. Браво, брависсимо, ребята. Неужели мы сегодня должны еще одного телохранителя победить? Вот, для меня это будет прям... Ну, хотя бы просто его...
Хотя бы один раунд забрать уже будет здорово, ладно? Договорились, ребята? Не буду ложных обещаний давать, а то вдруг реально мы не сможем это сделать. Ну вот, хорошая атака такая. Гад ждет и ждет меня, когда я там применю, а? Чуть-чуть что-то отнимается, но как-то вот все это... Интересно. Все, давай падай, братан. Честно скажу, дубинки мне не нравятся. Мне не нравится, я рак. С ними я рак. Прям полный. Не нравятся мне они. Может, вы с ними офигенно просто сражаетесь, но я что-то вообще... О, кстати, вот это прикольно, ребята. Смотри, в чем прикол. Быстренько так отходить. Пердеж нанюханный-то, а? Вот так вот меня спокойно пердежом и уничтожили, блин. Надо глаз да глаз за противником, а? Вот так вот тебе. Пом. Все, перфекто. Перфекто, ребята, блин. Ну а теперь пошла жара, наконец-то. О, мне прям нравится. Сейчас будет плюбасу безумно. Вот, вот сейчас смотри. В смысле? Новый ужасный босс? Какой, блин, невозможно, ты чё? 1 400 000. Нам нужно... Так, сколько стоит? В принципе, 600 тысяч нафармить. Ну, так несложно. 2 200. Ну, тут 800 тысяч, конечно, будет. Тут 800 тысяч, дядя. Один раз, ладно, ребята? Давайте мы с тобой один раз сюда сходим. Сюда я не смогу без шлема сходить. Если просру... Пойдем выживание. Буду в выживании фармить и фармить и фармить. Вот. Ну, понятное дело, чтобы вы не злились, а то, блин, я уже понял, блин. Один раз, один разик с хвостом подеремся и все. Вдруг смогу его уработать своими там движениями. Да. Охренеть просто. Как так получилось-то? В принципе, мы его выносим. Так, так, хорошо, эпично немножечко, эпично, что я чуть не сдох. А так ничего прям эпичного. Так, окей. Шикарно, на невозможном шикарно. А ты думал, я до пенсии, да, буду с ним фармить? Не, все, дальше я не буду, естественно, идти. Мы с тобой сейчас сходим в инкубатор. Быстренько, да хоть сколько-нибудь получим. Нам сейчас на шлем, и хорошо будет. И будет хорошо. Нам главное, сейчас мы будем... Изумруд. Вот это очень хорошая, конечно, пукалка, но... Мне ее дают только в дуэлях. Вот такой пиу-пиу-пиу. Пистолетик этот. Ага, не-не-не. Так не пойдет. Вот так пойдет. Вот так пойдет. Неплохо, неплохо. Не, ну слушай, если к дубинкам прям как-то вот приноровиться. Прикольно, прикольно все это. Смотри просто. Они очень сильное оружие. Единственное, надо вот, вот. Раунд четвертый уже.
Офигеть, нифига ты меня ногами-то выносишь, дядя. Ну, я тебя тоже могу вынести. Так, хорошо, хорошо. Да слушай, сейчас фармить вообще легко. Мне почему-то с молотками как-то тяжелее же было. Интересно, с чем это связано? Не, серьезно, очень-очень вообще шикарно идет игра. Мы аж даже в шок его, смотри. Все, от него просто нету, ничего не осталось. Ранг 6, все, это последний, ребята. И что, мы до бесконечности так будем? Ах ты засранец. Вот все. Офигеть. Чё-то я эти дубинки прям не признал. Посмотри, как они фигачут. Ты просто посмотри. Все, мы испытания это прошли. Но я его проходил. Когда фармил еще это, ничего сложного в этом нет. Все, теперь мы с тобой. Я, естественно, сейчас восстановлю энергию. И, конечно же, мы с тобой ее... Так. Все, на заказ. Да, даже чуть-чуть останется. Там ничего практически не останется. Ждем, друзья. Готово. Так, чё? Ага, вот. Я уже испугался, то, что всё. А, восстановил энергию. Так, что я вам еще показать, друзья? Ну, вот визор. Вот такая вот штуковина. Похоже, знаешь, на шлем Майя какой-то. Знаешь, когда у них такие штуки были. Ну, чем-то похоже. Короче, все, это последний. Максималочка. Смотрим. Что у нас там? Невозможно. Как же прекрасно, а? В смысле невозможно, дядя? Ну ты что, гонишь, что ли? Давай сюда тогда, давай сюда. Офигеть, невозможно, они мне тут говорят. Не-не-не, мне такое вообще не устраивает. Придется фармить, наверное. Ну сейчас посмотрим. Надеюсь, тут все раз на невозможно. Да хорош, блин, свои винтовки крутые. Вот эти вот дурацкие. Ох, прям, я не знаю, кулаком в лицо. Ну, дядя, тебе хана. Не, я правда тебе говорю, тебе хана. Офигеть. Не, ну это прикольно, он, конечно, делает. Все, готов, падали. Блин, я заметил только сейчас, у меня постоянно вот такое вот. Я когда побеждаю врага, вот так, все. И еще постоянно вот так вот нос тереблю. Что такое, дядя? О. Так, ну это, конечно, самое бредовое, что можно сделать. Ну зато смотри, как он быстро передвигается, блин, дядя. Офигеть, прикинь бы, еще штыком бы прям в голову бы воткнулся бы. Это пипец. Был бы, если бы тут такая бы проработанная физика была бы, но ладно, хорошо, отлетела эта винтовка со штыком. Дальше безумно, дядя. Вот дальше вот так вот. Аж какое безумие. Поражение за рингом, противник быстро заряжает магию. Да ёкарный бабай, за ринг, блин, зайди, не зайди. Ох, дядька, ну ладно, ладно, в принципе можем, в принципе моём, сейчас все сделаем, не переживай. В лучшем виде сейчас все будет. Ох, молоты. Тут главное нам не нажимать одну такую клавишу. Ну все, я даже вот это просто сделал. Раунд второй. Давай посмотрим. В принципе, это на невозможном, как ты видишь. О! Хорошо, магия у нас накоплена. Это очень важно, это очень важно. Все, она уже не... Мы... Меня начинает бесить эта игра, если честно.
О, брат, спасибо, я одумался, а то я куда-то уже поскакал. Ну, мы его, в принципе, можем-то вот так вот уничтожить, но... Все. Да блин, я опять его так вот, опять, что это такое? Что это? Куда ты машешь нам? Кому? Что это, блин, такое? Ну, типа победа, вот так вот. Капец, что я творю вообще, что мучу? Так, ну и короче, дядька, смотри, уже дальше невозможно. Что, будем смотреть? Будем проходить? Или что? 1 400 000. За такие деньги можно уже улучшить. По факту. Давай посмотрим, что у нас там. Так, во-первых, конечно, улучшение вот это вот. Ну, тут не хватает. Так, и как мы с тобой по... Ну, я думаю, на невозможно можно сходить, так сказать, адаптироваться. О, дядька, пандемия! Ну все, сейчас чуваки будут мне в комментариях писать: нет! Он опять будет до бесконечности это проходить. Дядя, everybody, come on. Как? Ну, пока нормально. О. Сейчас она встанет, а я ей по башке, а? Вау, ну этот прием, кстати, крутой был. Блин, ну что творит, а, девка, смотри. Блин, пипец, у меня уже там столько штук. Ну ладно, ничего страшного, пацаны, потому что мы с тобой... Как ты понимаешь, сейчас шлем у нас починится, улучшится, броня улучшится, и нормально все будет. А, фигу там тебе, блин. Я уже понял, что ты там хочешь делать, блин, магию свою, да? А как вот... Как я не достаю-то до нее? Отлично. Опять руками, опять... Размоталась. Ну ничего. Так... Да как же я ее ударил? Вот надо было ее валить, а? Дядя. Надо было валить. Откуда же я знал-то, что она... Уже готова навонять тут, блин, мне. Не получится, я скажу. Невозможным. Есть. Это тебе за ту серию. Она мне больше всего не понравилась, как и вам. Короче, 1 000 000. Лямчик. Тут уже теперь безумно. Мы с тобой вроде как проапгрейдили. Давай еще зайдем, посмотрим, что мы можем сделать. Мы можем оружку. Вроде как 1 100 000, да? 1 100 000, 1 100 000. Ну надо бы. Блин, вот я не хочу, то на безумном. В этом бою твое здоровье бывает со временем, но восстанавливается. Хорошо, сейчас будет все. Невозможно, это в принципе. Все невозможно, е, возможно, знаю. Раунд первый, дядя. Так, пошел. Так, все понял. Где восстанавливается, где не восстанавливается. Так, все, я тут. Я в домике, так сказать. Ой. Отлично, красавчики. Это безумие, вы серьезно, блин?
Да, понял, понял, все, прикол. Но это, видишь, когда нажимаешь, блин, бот сразу понимает, что это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, мало-мало-мало здоровья остается. Капец, он вынес меня, он вынес. Своими движениями. Но сейчас главное не просрать. Чуваки. Ага, хрен там мне. Плавал. Так, восстанавливаем, восстанавливаем. Это очень-очень хорошая комбинация. Так. Куда ты полетел, дядя? Куда ты взлетел там, блин? Полетел он, блин. Магию свою применять, блин. Я его просто палкой... Куда полетел? Блин, это забавно было. Так, короче, смотри. Мне нужен следующий телохранитель. Что сделать, чтобы его точно захреначить? Конечно же, нужно вот это прокачать, улучшаем. И так, 660, да? Или дубинки лучше? Давай-ка дубинки тоже лучше. Как-то все-таки они нужны. Ребятки, все-таки они нужны. Давай подождем. Ну что, друзья, все, восполнили, улучшили, погнали, 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 погнали. Денег у нас теперь вообще нема. Да уж, ну что делать? Так, точно улучшили? Ну-ка, дай-ка посмотреть. Безумно. О, вот это уже хорошо, ребята. На безумии пройдем, пройдем. Да, все улучшено. Зачарование у нас есть. Ну что? Ребята, встречай, встречай следующий телохранитель. Корсар, во! Я ответил на зов океана, и он подарил мне свободу делать то, что захочу. А того, кто встанет на пути, я скорблю морскому делу. Блин, корсар очень... Оса была слаба, и ее флот отныне мой. Когда на горизонте мелькают черные паруса, люди знают, что в их город идет смерть. Вот жопа, а какая. Я осу вообще ненавидел, пацаны, просто. Ты не представляешь просто, как я ее ненавидел. Это какая-то жесть просто. Итак, тень корсар. Пим-пим-пим-пим. Вот мне больше всего бесит, что у него пушка есть. Если ты гейнгстер, ну ты ни разу не стрелял, значит ты говнякстер. Ох, блин, он еще и вот так вот делает. Ну ладно. Ох, гад какой. У него что-то какие-то там штуки, блин. Отлично. Ой, по башке вообще хорошо прям фигачим. Ребят. Корсару этому. Вообще шикарно, ребят. Смотри просто, как мы его. Дубинки реально огонь. Ах ты гаденыш. Я такого не ожидал, если честно. И такого тоже. Так, 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 так. Я опять это рука, блин, зачем я это делал? Ну, ладно, это как бы... Я только сейчас на это стал обращать внимание. Не, мы его по-любасу должны победить прям. Будем, доброе утро. Доброе утро, страна. О, шо? Куды? Фига меня просто... Отбросило, блин. Блин. Да блин, это нечестно было. Вот если бы я смог это сделать, я бы... Ладненько, ладненько. Практически его победили, да, ребятки?
Нифига себе, но я зарядил, дядька, тебе. Какой он молодец, а. Да он меня бесит уже с этой хренью! У него, видишь, магия восполняется, поэтому такая фигня происходит. О! Блин, это баг случился, я уже думал, реально хп нету. Да! Блин, шикарно, шикарно, пацаны, это шикарно. Мы его победили. Это было супер, это было просто супер, друзья, все, идеально. Океан не прощает ошибок, и теперь мне предстоит загладить перед ним свою вину. Кровью невинных, такой победы ты хотел. Офигеть, друзья, вы понимаете, мы прошли, все, остается, смотри, невозможно. Я уже думал, награду даже не дают, во, вот что дают. Офигеть, ребята, мы прошли, притом я не стал, блин, как ты видишь, сейчас уже, ну, конец, уже куда, блин, я буду, типа, встречаться с телохранителями, встречаться, потом вторую серию выпускать, победил, наконец-то, там, ох. Короче, ребята, поставьте лайкос, реально старался. На этом все, братишки. Бай-бай, дорогие друзья.